Доброе утро. Все, приехали. Что, пойдешь на рыбалку или тут будешь спать? Сегодня, короче, сорокопад конкретный, очень скользко. Сегодня будем падать, главное камеру не разбить. Тут уже за 9, но сегодня туман вообще. Мгла капец, еле ехали. В некоторых местах 50 километров ехал по трассе. Вообще. Так бы троху раньше, конечно, приехать. Ну, сейчас у нас основная задача по-быстренькому расставить жерлицы, растопырить, а там уже будем смотреть. Все, вперед. Так, ну вот уже мы первые жерлицы расставляем. Решили половину на яме поставить. Тут метров 7, половину поставим на мели, на выходе. Посмотрим, где будет ловиться. И будет ли вообще ловиться. Сейчас пока карасика ставлю. Потом подловим окуней. Карасиков у нас так маловато. Они уже такие неделю в ведре живут, то полудохлые. Плавают, чмурные. Самых лучших выбираю, а потом окуней будем ставить. Тут они клевали вот такие, что с пулемета. Хотя, может, сегодня клевать не будет, это ж рыба, что ей в голову загребет. Чувствуешь, да, как она на дно падает, да? Чувствуешь? Ну вот дно. Сразу нагрузочка такая чуть-чуть идет. Ну, я чувствую, да. Да, ну все. Поднимай теперь чуть-чуть. Вот так настолько. И здесь начинаю. Раз. Дернула. И опускать сразу? Нет, на дно не надо уже опускать. Подожди-ка, вот так я подняла. Ты раз. Подняла от дна, да, дернула. Подкинула. Угу. Все, подождала. Давай, надо же подсекать. А, если... резко подсекать, да? Да, угу. Оля, зимний рыбак. Поздравляю тебя с первой зимней рыбой. С рыбой со льда. Да, это живец. Мы расставились уже почти, осталось только две жерлицы поставить. Живцов не хватило. Сейчас вот словили три окуня, поставим их. И потом вот последнее, что мы ставили, там уже тоже такие дохленькие караси. Тоже надо будет, наверное, на окуней подзаменить. Но там будем смотреть, на что лучше клюет, на окуня или... Ну, пока еще ни одной сработки не было. И вот рядышком тоже стоят жерлицы. Тоже не видно, чтобы клювало. Я думаю, не подвинуться, ну, что ты мне на голову идёт? Ну, не хочу. Опа-на. Так, как ты мне их красивенько взять? Ау! Чтобы они не кололись. Кто такой красивенный и колется? А кусочек пойдешь нам щучку манить, красавчик. Ого!
Я думала, что я зацепилась за что. А это ветка, но все равно. Ого! А могла бы быть и не ветка. За этой веточкой стоят. О, Оля загорелась. Загорелась еще духовка. Пошли, пошли. Ну не мотает. Смотри, не мотает, говорю. Это на ок у нас работка. Ага. Не мотает. Убирай резку, когда почувствуешь натяжку, то сечку делать. Натяжку, когда почувствуют, делать подсечку. Да, да, да. Вроде в сторону, да? Чуть-чуть вымотал. И ничего там нет. О, может он сам? Ну, вряд ли. Такой огромный. Да, хороший. Ложок. Да. Все, я пошла ловить. Да. Главное не расслабляться, а вдруг щупак клюнет, да. На трешечку. На трешечку. Опять сработка. Вторая. Сработки на мели, короче. Тоже не мотает. О! Мотает. Иди сюда. Короче, бери за леску и резко дергай и вытаскивай. Ну что, есть? Да. Есть. Хорошенько. Ой, ну я не шарю. Ого. Ой, это тут рядышком. Ну что, поздравляю тебя. Спасибо. Вот это рыбёха у меня. Сейчас супер-бомба. О, вообще класс. Она так красиво до льдом играла, да? Да, надо было тебе еще вот эту камеру поделать. Супер. Супер. Оля, Оля, еще одна загорелась. Где? А, я побежала. Это опять та же самая. Может, там самострел? Крутит? Не, не крутит. Ну, давай я попробую. Я уже знаю, что делать. Вымотала, да? Нет. А может, он... Сам может он. Наверное, стреляет. Скорее всего. Крутит. Тихонечко вроде. Был какой-то подкрут. Я катушку и подсекаю этим. За катушку. Ну что, есть? Да. Есть. Хорошая. Ну, по крайней мере, уже 100% вторая поклевка щуки. Мотала. Оля держала. Ну, как по ощущениям было? Значит, что-то было. Не, ну, небольшая, да? Такая же, как и та. Ну, не было. Меньше, нет. А, небольшая. Не было такого прям. Я понял. Сопротивление. Ну, как тебе? Расскажи, как тебе первое впечатление о льду? Как окуни, щуки. Ты уже все словила. В окуня словила и щуку словила. Осталось словить трофейного щупочка. Щупаковка упала. Сработала, видно. И упала.
завела в коряге. Короче, вымотала метров 7 точно лески. В корягу завела, ну и отцепилась, непонятно, как там все, конечно, было. Ну, факт то, что мы ее не словили. Оля набомбила окуней вот. Не, ну я тут тоже парочку словил, но в основном всех Оля. Держи. Да, не надо было. Ножками? Конечно, грешки. Давай, конечно. Сваливается. Давайте. Увидите, рыбалки. Пятерка где-то. Ну чё, как рыбалка? Понравилось? Да. Поедешь еще? Поедешь. Ну вот ребята словили 6-7, говорят, килограмм примерно. А у нас, мы собирались. Нам что-то не повезло сегодня. С трофеями. Ну и вообще, три поклевки всего там. Два еще самострела. Ну, такая вот рыбалка. Все, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. В нашем ряду рыбало на одного рыболова. О. Что-то не пойму. Хорошая. Пап, принеси багра. Вот она. Давай, да. Не, не надо, все. Какая-то она мертвячая. Ну, смотри, еле вышла. Ну, полторашка, может, ближе к двушке. Кило 700. Кило 620. Ну, толстенькая такая.